Эта красивая церемония была посвящена 31-й годовщине открытия памятника. Этот величественный монумент, изображенный в виде залпа «Катюш» и бегущих в атаку советских и польских солдат, посвящен формированию в Отечественную войну под Рязанью 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшка. Памятник создавали специалисты обеих стран. Сегодняшняя церемония является данью памяти, многолетней дружбе и поддержке государств. В этой дивизии воевали и поляки, и евреи, и русские, и белорусы, и другие народы. И вот это действительно было братство. И очень важно нам сегодня держать, как говорят, удар и сохранять историческую память. Потому что истину ее уже не перепишешь. Как бы политики не пытались исказить эту истину, ее не перепишешь. Она есть, она в исторических документах, она в исторических фактах, она в исторических событиях. И несмотря на весьма напряженную обстановку, сложившуюся сегодня на политической арене, мы всегда будем помнить о том, как наши предки бок о бок шли к великой победе. Мы должны всеми способами, которые есть в нашем распоряжении, доносить до молодежи правду о той тяжелейшей, драматичной, трагичной Великой Отечественной войне, связанной с множеством жертв, и той великой победе, которая была достигнута 9 мая 1945 года. Значит, я всегда на встречах прошу ветеранов рассказывать об эпизодах их жизни в тылу ли, на фронте ли. Значит, каждый эпизод, он останется в памяти этого ребенка, этого молодого человека. И в последующем, когда он начнет уже оценивать это все вернется, это все сохранится. В 43-м году именно на Рязанской земле готовили дивизию, которая стала основой польской народной армии. Так можно ли забывать такую историю? Ведь с самого начала она у нас была общей.